каждый раз я вижу и никак не пойму, как он хочет всем дать, что дано одному. Разве же не лучше оступиться ему? Свет я даровал в кромешную тьму. И какая у него благодарность? Какой благодарность? Свет я даровал в кромешную тьму. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Смотри, учитель нас, куда ты нас завел, погибнув идеалы из-за упрямства твоего, но ты и сам уже сражен. Тебя поймают и распнут, как выжитый лимон. Но брат ему уже почистить. Сейчас я покажу, как я очищу рану. Сейчас вместе куплю, а то он водой будет мокрый. Тебя поймают и сожмут, как выжатый лимон. Омерзительная паста, уйди скорей и убирайся вон. Со втором, которым какой-то придурок придумал добавлять в пасты. Бизнес-состав. Состава даже нету. Потому что они скрывают. Ничего она не помогает. Здесь состава нет даже. Фуфлоны продают при капитализме. Уйди скорее и убирайся вон. Уйди же. Фу, какой мерзкий привкус этой пасты. Да я сейчас зубы чищу, ты чё? Это же святое дело. Ну, чтобы ты не это... Не ломилась там, не контролировала. Себе, чистишь, да просто от Гитлера защититься хочется. Конечно. Я уже, ну давай, после чистки зубов кофе как раз вообще идеально для зубов, вот ты вообще логика. Ну давай, а лучше чай. Немножко полкружечки, там капелюшечка чая была.
Да, крови нет. Впервые получилось без крови. Без крови получилось впервые. Я чищу вот этой жесткой, синей твоей. Без крови, ставь. Или просто ее не видно среди зеленой из этой пасты. Нет, все кровь есть. Все кровь есть от зубов мудрости, скорее всего. Там, где десна. Да, кровь идет. Кровь всегда идет хорошо, поэтому вот. Она все время у меня идет. Она от десен, от зубов мудрости идет, скорее всего. Потому что там от десен, где зубы мудрости, кровь, скорее всего, что там они напряжены. Ты не чувствуешь вот мерзкий привкус потом во рту после этой пасты? Да я обчищу, блин, не могу привыкнуть к этому мерзкому привкусу. При этом я прихожу к врачам, они смотрят мои зубы и говорят, что такое, все зубы идеальные. Да я на видео даже записывал, а? Я был в прошлом году. И они сказали, а что ты не приходил к нам 10 лет? Они удивились, что у меня зубы все идеальные, идеально белые. Идеальные. И у нас идеальные вообще весь. Нет, только зубы идеальные. Они сказали, идеальные зубы. Ага. Как так-то? Саша, я хотела, чтобы ты померил еще раз эти кроссовки. Оденься, обуйся. Давай. Один носки там, один штаны. Ну как на улицу одеваешься, оденься. А может я как Иисус оденусь? Нет. Не надо кроссовки померить, как ты на улице. Ходишь, идешь, одеваешься. Носки одень. Хай походи мне. Может быть они тебе нормальные. Так они нормальные. С этими. Нет, конечно, не с толстыми носками, а с тонкими. Так чтоб я замерз. Почему? Они новые, что ты мерзнуть собираешься? Плюсовая температура. Таблетку там не трогали. Вообще-то в них ходят не зимой летом, а летом. Саша, иди. Не открывай, холодно. Да иди, пускай проверится, живи еще у тебя. Холодно. Дышать нечего. И одень эти самые туда, засунь стенки. Посмотри. Хорошо. Давай, иди. Слушаюсь. Слушаюсь и повинуюсь. Но надо мной есть высшая власть, которая ничем мне не волнует. Помоги мне, высшая. Невидимый мир, помоги, пожалуйста, нарисовать пейзаж настолько красивый на стене, чтобы эти буржуи офигели просто и... Прям радовались и денег мне давали много. Чтобы они настолько офигели от того, насколько мой пейзаж прекрасен и приносит им прибыль, чтобы они мне поделились, дали мне денег хоть сколько-нибудь, немножко, сколько захотят.
Но чтобы они были очень восхищены. И я, чтобы был восхищен. И чтобы меня взяли туда на работу. Чтобы эти девчонки смеялись надо мной, но не злобно. Ах, у них много серотонина. Но когда я буду принимать флоксетин, неизвестно, когда он появится в России. У меня будет так, немножко серотонина. Я не буду обижаться. Да я Лев Николаевич Мышкин, только у меня все в порядке. С тем, с чем у него не было в порядке. Вот вся разница. Так, я тихо, Мышкин. Можешь это сделать, кофе, чай там. Да мне вообще тяжело, блин. Я свет дал, я силы все отнял, я сердце вырвал, свет дал. Я дам-то. У тебя есть что-нибудь, что повышает давление? Нет. Она нифига не помогает. Иди скорее. Слушаюсь, сэр. Голова даже кружится, когда я поднимаюсь с кровати. А, то есть ты сейчас сказала мне идти это, а теперь чай. Голова кружится, блин. Я Люцифер. Блин, вот как можно пить чай после того, как ты зубы почистил? Там, во-первых, вот этот вот фтор и всякая гадость попадет в желудок, во-вторых, это разрушает зубы, ты не понимаешь. Нужно после еды чистить. На ночь только чистить можно, все. Я сначала померю, потом буду пить чаем, тем более горячий. Да я не могу, мне нужно подождать, когда зубы придут в себя после этого. Знаешь, что фтор это яд? Им травили во Второй мировой. Это... Не, ты почитай в интернете. Ага. Короче, это, где обувь, которую мерить? Ты одел носки? Одел. Вот она. Ради тебя я не одел одеяние Иисуса. Но я буду ходить по улице в одеянии Иисуса. Прекрати, чтобы тебя сумасшедшим посчитали. А меня и так уже давно поставили диагноз. Ну так что дурью маешься? Так а какая разница, если у меня уже так диагноз стоит на всю жизнь? Клеймо на всю жизнь стоит. Отстань. Один раз назовут, больше не отмоешься, как говорил мой, как говорил этот отец Пахома. Чего они такие безвкусные? Как можно такие безвкусицу такую покупать, а? Это безвкусицы. Они опять меня жмут. Понимаешь? Над тем, что я считаю имеющим вкус, это смеются надо мной жители, а все эти камуфляжные бобские штаны, одежда, это нормально, как я считаю. Ну чё? Короче, я не чувствую все равно. Жмут, да? Да. Какой размер? Ну, видать, маленький размер. 44-й? Вот прямо упирается палец, да? Да, 44-й. 43. Да какой мне? Надо 44-й. Ты сказал... 44-й, 43-й. Она говорит, ну 43,5. Капец, мне нужно 44-й получается. Тогда будет нормально. Но я буду ходить как этот. Хрен знает кто.
в больших ботах. Что там еще есть? Все, ничего. Значит, надо обратно отсылать. Я бы ходил босиком вообще. Точнее, босиком ходят те, кто это. Иди скорее и убирайся прочь. Вчера я нарисовал. Выложу. Нравится моя борода, не нравится моя щека, не нравится моя прическа, не нравится моя уши, не нравится мой нос, не нравится мои губы, не нравится мои зубы, не нравится мои руки, не нравится мои руки, не нравится то, что я говорю, не нравится ничего, да? Ну все, давай.